Перед тем мы начинаем распаковку киндер-сюрпризов коллекции «Вонка», посвященную прекрасному фильму «Вонка». Смотрели его в кинотеатре. Ну и вот коллекция вышла в Польше и совсем недавно в Австрии вышла. Сегодня у нас, да, палетку раскроем киндеров польской версии «Вонка». Ну, она одинаковая коллекция, что в Польше, что в Австрии. Но вот здесь у нас с польской каждым четвертым должна попасть коллекционная игрушка. Надеюсь, удастся нам собрать первый выпуск, первая палетка. Ну, давайте посмотрим еще раз на сборки уходящего сезона уже, да, который завершился. Ну и вот сразу же начинается с коллекционной игрушки. Следующий сезон у нас юбилейный у киндера. Посмотрим, что у нас там новенького будет. Итак, сразу же у нас коллекционная игрушка. Смотрим. Прекрасный был мультфильм. Прекрасный был фильм. Смотрели его, смотрели в кинотеатре. Очень понравился нам. Кто не смотрел «Вонка», обязательно посмотрите. Но вот сразу у нас коллекционные игрушки. Здесь у нас довольно странная такая коллекция, поскольку самих коллекционных игрушек, вот «Вонка» и «Девочки темнокожие», вот, собственно, две игрушки коллекционные. Остальные это у нас сборки разного типа, которые тоже как бы относятся к коллекционной игрушке. Ну вот, например, спиннер, который светится в темноте. Спиннер-сборка у нас «Вонка», но относится она все же к коллекционной игрушке, коллекционной, да, серии. Но вот самих игрушек две у нас в этой коллекции. Так, посмотрим, что у нас следующий пойдет. Сразу коллекционная снова. Вау. Может, все-таки почаще положили, чем каждый четвертый. Было бы, да, было бы неплохо. Но, надеюсь, сейчас будет фигурка. Да, вот она фигурка. Вот она фигурка. И это у нас как раз, да, сам «Вонка», Вилли «Вонка» попадается. Одна из самых таких, да, собственно, желаемых игрушек, поскольку, да, повторюсь, две у нас всего прям по-настоящему фигурки из мультфильма, остальные некоторые интересны, некоторые менее интересны, но все же сборки. Итак, Вилли Вонка попадается у нас, держите QR-код, и тоже очень симпатично, вот, можно их вместе, да, с темнокожей девочкой из мультфильма, ой, из фильма, конечно же, их вместе и друг другу представить. Ну что ж, такое вот у нас классно, сразу же во втором киндере попадается Вилли Вонка. Ну, вот в мультике он, конечно, в фильме, вернее, он был посимпатичнее, мне кажется, чем сделан здесь в фигурке. Тут какой-то как будто более староватый. А да, в фильме был прям такой молодой, симпатичный актер. Не знаю, знал ли киндер, как будет выглядеть, да, актер или нет. Но вот, да, такая вот у нас игрушка. Все равно было бы здорово собрать нам всю коллекцию. Да, и надеюсь, что больше у нас все-таки, чем в каждом четвертом, будут попадаться коллекционные игрушки. Следующий у нас, правда, сборка. Так, ну посмотрим, может, сборки, которых мы еще не видели, нам попадутся. Так, машинка. Ну, видели мы уже в прошлом сезоне много разных машинок. Машинка-сборка. Ну, вот можно ее оттянуть назад на пружинке, и тогда она, да, тогда она поедет. Следующий открываем. Киндер. И снова коллекционная. Супер, смотрите. 3-1 пока что по коллекционным у нас. И новая коллекционная. Так, такое у нас еще не было сегодня. Так, здесь у нас снова, по сути, сборка, да, но коллекционная сборка. Так, посмотрим, кто нам в ней попадется. Это у нас липучка, как будто бы. Да, липучка. Ну, только в стиле «Вонка». А, тут еще классная, да, история, что если потереть его шапку черную, такую я, кстати, не видел еще в сборках, то она цвет поменяет. Но давайте посмотрим, как все это дело работает. У нас просто, да, липучка, но вместе их или с двух сторон? Нет, с двух сторон, наверное. Или все-таки сложить их надо? Нет, сложить надо, да. Сложить надо и положить их вот так вот, собственно, в нашу липучку. Да, зажать эту бумажку. Но вот сама бумажка, видите, необычная, поскольку если тут потереть... нет, надо не потереть, а надо теплая. Да-да-да, должна быть теплая температура. Но вот у нее... с двух сторон у нас разная картинка, значит, надо нагреть ее путем, например, трения, и тогда из-за того, что мы нагреем, появится картинка, должна появиться. Ну да, вот это, кстати, такой механизм я еще не видел в сборках, возможно, в следующем сезоне мы увидим, да, в принципе, работает неплохо, если действительно вот... Да, чуть-чуть поводить, нагреть ее, то появляется у нас подарок. Либо, с другой стороны, какая-то другая картинка. Ну что ж, третья игрушка коллекционная попадается. Да, с другой стороны у нас подарок, с другой стороны что-то другое нарисовано. Продолжим и открываем следующий киндер-сюрприз. И здесь у нас сборка. Так. Ну, посмотрим, действительно ли из 24 у нас каждым четвертым будет коллекционная игрушка. О, здесь у нас одна из самых худших сборок сезона. Или даже это позапрошлый, да, сезон. Тогда у нас старый киндер еще здесь положили. Да, еще с предыдущей коллекции. Здесь у нас просто три таких волчка непонятных. Очень простая, да, очень простая сборка. Ну,
как-то киндеру где-то надо сэкономить, поэтому вот такие периодически у нас либо три волчка, либо один из трех попадаются. Так, давайте сборки берем и оставим только коллекционные, собственно, игрушки. Идем дальше. Следующее открываем. Тоже сборка. Так, ну, сборка уже этого сезона 23-24 нас не удивишь. Мы уже много чего видели. И вот в том числе и эту, да, в том числе и эту игрушку. Хотя она тоже, видите, с позапрошлого. Тоже не с, даже не с нынешней. Видите, много, получается, старых сборок кидер здесь положила на. Видели мы уже эту веселую компашку раньше. Так, ну, еще одна сборка нам попадается. Открываем следующий киндар. И коллекционная, да, супер. Коллекционная игрушка. По-моему, 8 у нас всего игрушек в коллекции. Так, еще одна попадается, той, которая не была. Да, это у нас такого типа были уже у нас игрушки до этого. Ну, только, вот, видите, на тему вонки у нас попадается такая же сборка. Так, вкладыш и... да, здесь у нас просто, как они назывались, не помню, тоже прилипалы такие человечки. И, собственно, да, тоже их можно куда-нибудь прилепить. Здесь у нас две картинки, ну, видим уже. Можно, например, вонку или, например, вторую. Да, тоже вонка, только уже чуть другой, как будто бы спит. Можно эти бумажки ставить и куда-нибудь прилепить. Четвертая коллекционная игрушка попадается, и пол коллекции мы таким образом уже собрали. Так, неплохо, неплохая распаковка у нас сразу же в первом выпуске сегодня. Следующий киндер. Здесь у нас тоже будет сборка. Открываем. И принтер. Да, видите, очень много старой сборки. Еще даже не этого сезона, а прошлого. Ну, принтер этот, сканер, мы уже очень много раз его видели. Да, тоже, видите, не новая сборка. Да, вот он, наш принтер-сканер. Ну, идея, да, где у нас надо залить воды в него капельку, и тогда пропустить бумажку, и на бумажке картинка появится. Так, следующий открываем. Снова коллекционный. Вау, прям очень неплохая закладка. Коллекционных частенько у нас попадается. И еще одна такая же липучка, но только уже с девушкой, да, нашей. Кто же главной героиней фильма? Вонка. Вот она. Прекрасный, прекрасный был фильм. И это уже пятый из восьми нам сразу коллекционная игрушка попадается. Можно ее тоже прилепить. Так, куда-нибудь тут она у нас либо песенку поет, либо... на солнце, значит, как будто бы, да, что-то она светится. А нет, цвет меняют вот эти вот ноты музыкальные. И это еще одна коллекционная игрушка. Так, такими темпами мы в первом выпуске всю коллекцию собрать можем. Так, еще одна коллекционная игрушка. 5 из 8, и мы идем дальше к следующему киндеру. Здесь у нас сборка. Ну, видимо, все-таки старые у нас сборки будут попадаться. Да, так, это у нас... Что это вообще такое? О, что такое большое? Большое, и не помню. Это у нас вот этот непонятный был дракон, да. Он был, по-моему, еще раньше даже. Непонятный дракон, да, который такой большой, с бумажкой. Ну и тоже его давайте соберем. Большая у нас тут такая конструкция с бумажками. Огромный дракон, можно его на палец одеть и вот куда-нибудь за кем-нибудь лететь. Ну вот снова попытка киндера какие-то большие игрушки сделать, которые, прямо скажем, не очень, мне кажется, получаются. Следующий киндер открываем. Так, там четвертом написано в упаковке, значит, 6 как минимум у нас должно попасть. Коллекционных игрушек пока что попалось 5, то есть еще одна точно должна нам попасть. Так, снова что-то такое большое. Это у нас лыжник, сноубордист. Лыжник, да, по-моему, да. Лыжник, который тоже уже даже пару, по-моему, сезонов до этого выходил. Да, была вот такая вот у нас очень маленькая инструкция у него. Но вот так вот, такие вот старые игрушки у нас здесь киндер положил. Забавный, кстати, лыжник напоминает чем-то старый добрый киндер. Это у нас простое такое колесико, и он едет и, собственно, палками своими из-за этого шевелит. Так, следующий открываем киндер. Смотрим. И здесь тоже сборка. Так, ну вот пошли у нас. Пошла череда сборок в распаковке. Так, хотя на упаковке, видите, новый был сезон нарисован. Динозавры, которые частенько были вот в этом сезоне. Но вот, да. Закладка все-таки старая. Вот единственный ВТ у нас, да, новый сезон. И это у нас, кстати, не было такого, да. Была похожая, у нас сборка уже попадалась, но не именно эта, которая вот резалка бумажек. По-моему, бобер у нас был. Такой у нас тут прибор, чтобы бумажку мять, да, вот тут примерно бумажек покрутить, тогда она помнется. Но вот именно такой сборкой у нас, кстати, не попадалось еще в распаковках этого сезона. Так, следующий открываем, и снова сборка. Так, ну хотелось бы все-таки
Увидите еще коллекционную игрушку. Так, но нет, пока что сборка. Что это такое? Такого я, кстати, тоже не припомню. Это у нас новый сезон или старый. Сейчас посмотрим. А, это у нас космос, да. Серия про космос и... нет, это прошлый сезон. Прошлый сезон, космическая серия. Так вот, инопланетянина я что-то не припомню. А может, не космическая, потому что было на что-то похоже. Но, по-моему, там не инопланетянин внутри сидел. Итак, какой-то у нас тут инопланетянин тоже с колесиком катится и крутится из-за этого. Собственно, наш инопланетянин. Ну вот, все-таки, наверное, это космическая серия относится. Игрушка. Итак, давно не было у нас коллекционных игрушек. Следующий открываем. Снова сборка. Так, ну, надеюсь, что все-таки... В конце, может, нам пойдут одна за одной подать коллекционные и сборка. Причем очередной этот волчок, который уже был только что у нас, да, такой очень-очень простой. Ну, он, кстати, такой, наверное, на космическую тему тебе, да? Нет, не на космическую тему, просто волчок другого. Второй, да, обычно две у нас их. В серии сборок в том числе, ну и вот такая очень-очень простая сборка. Итак, ну что ж, где же у нас коллекционная игрушка? Вот она. Вот она. И кто-то новенький будет. Нет, это повторка. Вот первая повторка у нас. Наша девушка, вот она желтая. И да, первая повторка. Ну что, 6 попалось. Любая следующая, это значит, уже у нас чаще положил киндер коллекционные игрушки, чем в каждом четвертом киндере. Так, 3 у нас по-прежнему не хватает для полной коллекции. Так, ну вот у нас Дина мотоцикл как раз из нового сезона. Точно, это у нас такая машина перевертыш. Можно так, можно... перевернуть ее, и будет такой динозавр у нас здесь, да. Такой непонятный динозавр, динозавр-робот какой-то. Итак, идем дальше. Следующий открываем киндер. И снова у нас здесь сборка попадается. Так, и снова машинка. Видите, много машинок положил киндер. Так, ну такого типа что-то я не припомню. Зоник с бумажным прицепом у нас, правда. Ну вот не может киндер никак от бумажечек отойти. Так, тем не менее... Что-то новенькое, не просто машинки на пружинке, на резинке, а вот попытался какой-то грузовичок сделать. Киндер в прошлом сезоне, следующий открываем киндер, и нет, снова сборка, не коллекционная игрушка. Так, но здесь у нас, это у нас как будто бы с розовых сюрпризов сборка, да, какая-то фея. Да, с феей тоже с бумажками, можно ее... собственно, напоминает старые такие игрушки в детстве были. Ну, не игрушки, а бумажные куклы разные. Можно было одежду на них переделывать, перекрашивать. Ну, вот в таком же стиле у нас эта девочка сделана. Тоже не новая сборка у нас. Ну, и вот платье, это, собственно, в эту прозрачную пластмасску вставляется. Не прошлого сезона эта сборка, а уже даже позапрошлого. Итак, следующий открываем. Ну что ж, надеюсь, все-таки у нас еще будут коллекционные игрушки. Вот она, да, вот она. И уже чаще, значит, чем в каждом четвертом у нас попадается коллекционная игрушка. Открываем и... О, не было у нас такой, 6-я. 6-я из 8, ну, тоже сборка, конечно же. Только 2 у нас фигурки по-настоящему, это коллекция. Ну, 2-й у нас еще не попалось. Итак, 6-я из 8, осталась у нас только одна фигурка нашей девушки, главной героини, и... И еще, да, здесь у нас просто волчок, да, в стиле, собственно, Вонки. А, кстати, волчок неплохо сделан. Когда вы крутишь, то картинка появляется. Ну, вот, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. 6-я из 8, и у нас не хватает только вот этого фотоаппарата и, собственно, да, нашей главной героини фильма. Да, вот такой вот у нас волчок, кстати, в сборках тоже не видел подобного. И вот когда его крутишь, видите, то они как будто бы, да, как будто бы вместе танцуют. Из-за того, что у нас две картинки разные. Да, ну что ж, 6 коллекционных игрушек нам попалось из 8 этой коллекции. И идем дальше. Еще есть у нас шанс собрать даже сегодня всю коллекцию. В первом выпуске открываем. Так, ну здесь у нас сборка попадается. Посмотрим, какая сборка будет. Так, очень плотная, еще и не открытие. Да, очень плотно здесь у нас... здесь у нас снова пингвинчик. Частенько у нас этого типа сборка попадалась, и она у нас... И в новый сезон перешла, да, чуть в другой разновидности, с другой наклейкой. Ну, вот это, нет, у нас не новый сезон, это у нас ВУ, ВТ был новый сезон последний. Да, ну, вот такая вот у нас здесь пулялка этого, собственно, пингвинчика. Ну, и так, идем дальше. Следующий открываем, снова сборка. Итак, снова сборка, ну, еще 3 у нас есть на сегодня открыть. И снова, как будто бы, да, снова машинка и машинка без моторчика. Вот раз. Так, наклеечки киндер положил. Ну и
Машинка у нас даже, по-моему, не с этого сезона, да. Нет, с этого, да. ВТ, да, ВТ с этого сезона. Ну, по-моему, уже видели мы такие машинки. Пытались они эту машинку большой по размеру сделать, но вот по ощущениям она, конечно, не очень. Не так, как вспоминают старые добрые машинки, такие с металлическими элементами, да. Желтая была такая, красная в моем детстве. Те прям были, прям, конечно, произведением искусства. Итак, коллекционная, наконец-то. Еще одна коллекционная, и это уже восьмая сегодня, да, то есть... намного чаще, чем кажется, шестом, и это фотоаппарат наш. Ну что ж, можно даже сегодня всю коллекцию брать, если у нас последняя фигурка попадется коллекционная, седьмая из восьми коллекционных игрушек, наш фотоаппарат, который тоже, собственно, по такому же принципу, как принтер-сканер сделан, просто капелька воды, и при прохождении, да, через него у нас то бумаги появляется картинка, только просто на тему вонки. Ну вот единственное, еще интересно, видите, перед сделан таким симпатичным, что это у нас все-таки с вонкой связано. И это у нас седьмая из восьми коллекционных игрушек. Бумажки, конечно, здесь у нас на тему вонки. Да, ну, кстати, сделано уже так хорошо, что вообще не видно, что в итоге появится. Итак, и это у нас седьмая, предпоследняя коллекционная игрушка. Всего лишь одной нам не хватает главной героини в виде фигурки, да, самых, собственно, ценных в этой коллекции. Так, ну, посмотрим, еще у нас два киндера, может, все-таки попадутся они нам. Итак, открываем сборка. Так, и здесь у нас... О, динозавр. Ну вот, наконец. Вроде как очень много динозавров у нас в этом сезоне ВТ, но вот в этой распаковке первый у нас только попадается. Видели уже много раз, у нас динозавр, который так вот можно толкнуть, и он тогда должен хап и съесть, собственно, эту листик с травкой. Так, последний киндер, последний шанс у нас сегодня собрать всю коллекцию. Открываем. Нет, всю коллекцию мы сегодня... не соберем, и снова у нас в последнем киндере сборка попадается. Но, по-моему, старая сборка. Да, это у нас пришелец. Кстати, тоже на тему корпуса космоса. Пришелец, который является пистолетом у нас водяным. Так, относится ли она к теме корпуса? Это сборка... Ой, к теме космоса. Да, я думаю, относится. Не помню, чтобы у нас попадалось. Единственное, относится она к этому сезону или к прошлому. Это у нас ВД. Да, это у нас с прошлого сезона сборка. Ну что ж, такая была первая распаковка. Попался у нас Вилли Вонка и все сборки 6. Осталось только главной героине тоже фильма Вонка. Все попалось. Ну, еще продолжим распаковку. Надеюсь, соберем коллекции и не одну. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем спасибо. Пока-пока.